Вы смотрите «Мой Междуреченск», я Михаил Чеканов. Здравствуйте. В Кузбассе подорожали овощи. Не все. Кемерово-Стат опубликовал список. Жители потратили выходной на здоровье. Междуреченск провел лыжню России. О новостях далее. Сейчас о погоде. Днем температура в Кузбассе почти весенняя. А вот ночи морозные. Ждать ли изменений в ближайшее время, мы узнали у синоптиков. На предстоящей неделе погода в Кузбассе немного изменится. Днем температура будет вполне комфортной для февраля, а ночью немного морозная. Во вторник местами по области начнутся осадки. Температура в пределах 8-13, по югу области -2, -7. Ветер северо-восточный с переходом на восточный от слабого до умеренного. Ночные часы температуры 17-22, местами 24-29. В среду восточный ветер будет усиливаться до 13 метров в секунду, осадки прекратятся. Днем температура воздуха 7-12, местами 0-5, и в ночные часы 15-20, местами до 25. В четверг ожидаем прохождения холодного атмосферного фронта с порывистым ветром, снег от небольшого до умеренного, дневная температура 0-5, местами 9-14, и ночные отметки 22-27, в горных районах возможно до 32. В пятницу мы снова попадаем под влияние антициклона, неустойчивый ветер от слабого до умеренного будет без осадков и немного еще похолодает.